Здравствуйте! В эфире финал третьего сезона телевикторины «След в истории». Целый год мы с вами путешествовали по Чувашии, точнее, по ее прошлому. Удивлялись, восхищались, огорчались. История каждого региона неразрывно связана с историей страны и общества в целом. И наша республика в этом смысле очень показательна. Взять хотя бы Первую мировую войну. В этом году исполнилось ровно 100 лет с ее начала. В этом году весь мир отмечает столетие с начала Первой мировой войны. Поводом к ней послужило убийство эрцгерцога Сараева. И за 3 года эта война, начавшись в Сербии, уничтожила несколько империй, миллионы граждан, перекроила карту мира. Между тем, вплоть до недавнего времени, она оставалась малоизученной и не пользовалась особым интересом у историков. Почему так получилось и что мы потеряли, выясняли участники межрегиональной научно-практической конференции, которую организовали ученые и архивисты Чувашии. Знаете ли вы, что изначально Первую мировую называли Великой Отечественной войной? Но с приходом революции политические акценты поменялись. Впрочем, и сама Великая Октябрьская социалистическая революция со временем превратилась в Октябрьский вооруженный переворот. Что лишний раз доказывает, от навешивания ярлыков в истории лучше воздержаться, как и от скоропалительных выводов. Словосочетание «забытая война» историки употребляют в кавычках. Разумеется, тот период в достаточной степени изучен. И даже не специалисты имеют представление о том, как развивались события на фронтах Первой мировой, где Россия отличилась, а где потерпела поражение. Другое дело – тыл. Как война перевернула мирную жизнь российской глубинки, этот вопрос действительно изучен мало. Между тем, это интереснейший исторический пласт, ведь ничего подобного не происходило ни в годы русско-японской, ни во все предыдущие войны. Война вызвала перестройку всего государственного организма на уровне регионов. По-другому стала организовываться власть. И совершенно по-другому стало воспринимать многие вещи общества. Мобилизация была чудовищной, там же ушло на фронт огромное количество людей. Японская, да, но она была, во-первых, очень далеко. Во-вторых, туда не так много было призвано из наших губерний внутренних. Туда направляли войска в основном из западных округов, это царство польское, это Прибалтика и так далее. С наших регионов мало брали туда. И потом последствия, пусть даже они и были катастрофические, они были там. Совершенно иное дело, когда летом 1915 года на полном серьезе московское общество обсуждало вопрос, куда бежать, потому что Москва скоро будет оккупирована. Представляете, что это такое? И поэтому, да, Нижний Новгород... Я все говорю о более знакомом мне материале, хотя с поправкой на Чебоксары примерно то же самое. Это же небольшие городки до начала войны. И вдруг прием потока беженцев и целые промышленные предприятия. Ведь у нас в Нижнем до войны, по сути, было только одно действительно крупное общероссийское предприятие – Сормовские заводы. Но мы же приняли из Риги. Оттуда эвакуировались целые заводы. Мы приняли Фельдзер, мы приняли Сименцы-Гальский. Это толчок развитию промышленности. Знаменитый волшебное возрождение Горького как промышленного центра. На самом деле, под основу была в Первую мировую. Дальше. У нас, конечно, не было никакого высшего учебного заведения до Первой мировой. К нам эвакуировали Варшавский политех, и вот оно. Первое высшее учебное заведение – Нижегородский госуниверситет 1918 года. Примерно то же, что и у соседей, наблюдалось в Чувашии, только 30 годами позже. Вторая мировая война послужила толчком для развития экономики и промышленности нашей республики. Собственно, обе войны развивались по одинаковому сценарию, и опыт 1914 года пригодился в 1941. Благодаря тому, что мы сейчас активно стали изучать ранее малоизвестные документы Первой мировой, нам по-другому становится понятна Вторая мировая. Хотя историки профессионально обращали внимание, сентябрь-октябрь 1941-го в Москве вывешивают приказы военного коменданта, приказы на наркомата обороны, и вдруг в этих приказах какие-то странные церковно-славянизмы. Но это же переделанные приказы Первой мировой войны. Знаменитые указы по поводу отношения к военным пленным и их семьям. То, о чем справедливые историки говорят, бессмысленная жестокость периода Великой Отечественной войны, члены семей изменников Родины. Но ведь это тоже указы и приказы командования фронтов периода Первой мировой, переделанные к новым условиям. Преемственность здесь совершенно очевидная. Росархив запланировал очень интересный проект под названием «Офицеры Первой мировой-генералы Великой Отечественной». Конечно, это условное название, потому что правильнее было бы говорить офицеры Первой мировой-генералы, адмиралы и маршалы Великой Отечественной.
военное искусство маршал Василевский изучал, будучи поручиком. Но вопреки утверждениям некоторых публицистов, это не скрывалось. В военных мемуарах бывших рядовых и унтер-офицеров, например, Жукова, Буденного, об этом писалось открыто. Но столь же открыто об этом писали офицеры. Шапошников, Василевский, Говоров и даже пресловутый генерал Игнатьев «50 лет в строю, ни дня в бою». Даже он писал об этом открыто. Нам повезло, мы застали в живых участников Первой мировой войны. А в Чувашии было немало настоящих героев, которым пришлось забыть о своих подвигах и наградах. Я вспоминаю, такие детские воспоминания остались, как участник Петр Чепчигин, дед Петр, он командовал артиллерией, а он в вечерние часы, когда вот в деревне все успокаивается, тихо, он любил давать команды. И командовал артиллерией. Это насколько было необычно, это так было интересно. И дети, мы собирались вокруг него, безусловно. Но еще один сюжет, связанный с этим. К сожалению, были последствия те времена, когда нельзя было носить награды Первой мировой, не принято было носить, по сути, был запрет. Он зарыл два своих креста, мы пытались дети искать, копались в земле, но не могли ему ничем помочь, и мы не нашли. И эти кресты до сих пор лежат в земле, тоже история. Сегодня в распоряжении историков такого материала, увы, нет. Но зато есть огромный массив документов, которые необходимо ввести в широкий научный оборот. Архивисты, по крайней мере, на этом настаивают и даже предпринимают ряд усилий. По мобилизации на фронты Первой мировой войны из нашего региона ушли практически столько же, сколько и в Великую Отечественную – около 100 тысяч человек. Многие шли на фронт добровольно, причем не только мужчины, но и женщины. Среди сестер милосердия немало уроженок Цивильского, Чебоксарского и Ядринского уездов. Наши предки участвовали в боях главным образом на северо-западном и юго-западном фронтах, но некоторые представители сражались в составе русского экспедиционного корпуса во Франции и на Балканах. Перепись 1920 года зарегистрировала в границах Чувашской автономной области около 50 тысяч участников войны. Среди уроженцев Чувашии немало воинов, удостоенных высоких наград. Более 25 человек получили георгиевские кресты разных степеней, а некоторые храбрецы стали полными георгиевскими кавалерами. Самым же известным нашим земляком, участником Первой мировой войны, был Василий Иванович Чапаев, более известный как герой гражданской войны. Кстати, у Чапаева было по одним данным 4, а по другим 3 георгиевских креста и медаль. Люди, жившие в тылу, также поддались всеобщему патриотическому подъему. Общественные организации, такие как Красный Крест, появились на территории республики еще во времена русско-японской войны и к Первой мировой объединили тысячи граждан. Опека семей тех, кто призван в действующую армию. Это помощь больным и раненым, тем, которых эвакуировали в мирные области и их размещение. Это содействие в том, чтобы обеспечить лечебные заведения необходимыми медикаментами, продовольствием и прочими вещами, которые нужны для того, чтобы учреждение функционировало. Учредителями были, как правило, вот священники, даже представители учительских кругов, представители мещанских кругов, представители преподавательских, каких-то, и даже в некоторых властях не просто учащиеся были даже выпускных курсов, классов даже, которые пришли и были в качестве инициаторов. При этом, а вот в качестве жертвователей были представители властных структур, представители предпринимательских кругов, и причем этим могли давать и финансово, и материально. Но была такая, как бы, по-чувашски называемая принципом неме, помощь, когда, в принципе, жертвовали все, кто сколько мог. И вот из этих маленьких, может быть, сумм складывались крупные суммы, которые потом финансировались, давали, ну, такие серьезные проекты. Потому что, если мы говорим о 1904 году, то следует почему отметить еще один такой существенный момент. Вот наш городской голова Ефремов был, который, в принципе, немножко позднее февральскую революцию не поддержал. Точнее, не то, что февральскую революцию, он не поддержал празднование 300-летия дома Романовых. И архивные документы свидетельствуют, что он даже отказался, в принципе, выделять на это деньги. Зато в рамках благотворительной поддержки как городской управы вот российскому Чебоксарскому местному отделению Российского общества Красного Креста он был готов единовременно пожертвовать 500 рублей.
В годы Первой мировой войны Чебоксарское общество Красного Креста активизировалось в первые же месяцы. Цели были ясны, задачи остались прежними – забота о семьях солдат, о раненых и инвалидах. Пожертвования принимались не только деньгами. Много пожертвований, когда поступало, особенно если когда касалась речь о поддержке больничных учреждений, лечебных, лазаретов или еще чего-то, то прежде всего там видно, что приходили не деньги, а приходило белье, медицинские препараты и прочие-прочие вещи. Причем документы позволяют нам судить о том, кто это все сдавал. Ведомость четко фиксирует, когда, от кого, что, в каком объеме поступало. И вот за 1914 и предыдущие годы среди жертвователей много представителей фамилий Дрябловых, Игумновых. Вот, то есть это, если посмотреть историю Чебоксар вообще в целом, это целые купеческо-мещанские семьи, поколения. Каждая из них, которая оставляла одного, двух, а может быть и больше, выдающихся по-своему людей. Меценатов, предпринимателей с творческой жилкой или еще кого-то. Потому что многие из них потом выступали в качестве попечителей церквей, попечителей духовных учреждений образовательных, попечителей просто светских образовательных учреждений, финансировали различные другие проекты. Поэтому, когда мы говорим об истории Чебоксарского отделения Красного Креста, мы автоматически говорим и о таком пласте истории, как купечество, мещанство, его вкладе в развитие города. Вот опять же возвращаемся к духовенству. Был установлен принцип кружечного сбора, когда во всех церквях помещалась специальная кружка, но в нашем понимании, если мы идем в церковь, это ящичек. Тогда это была обычная кружка, и называлась это кружечным сбором, куда каждый, кто приходит в церковь, мог по своему желанию опустить любую сумму. От копейки, полкопейки или еще сколько-то, в зависимости от того, какие финансовые возможности у человека есть. И вот это было в каждой церкви. Неважно, большая зажиточная церковь, как городские храмы, или маленькая деревенская, деревянная, там уже немножко покосившись, они были везде. Причем это было не просто желание каждого священника, это было одобренное свыше епархиальным начальством начинание. То есть это не просто «сегодня я это благотворительностью занимаюсь, завтра меня накажут». Нет, это санкционированное сверху мероприятие, которое... По душе всем. Почти целый год в нашей телевикторине принимал участие архивист, кандидат исторических наук Федор Николаевич Козлов. В Государственном историческом архиве Чувашии к столетию со дня начала Первой мировой войны готовили сборник документов. И параллельно он делился с нами новостями из прошлого. Вот, например, о том, как жилось военнопленным. В те годы рабочие руки требовались везде. Сохранилась даже переписка просветителя Ивана Яковлева о том, что в Симбирскую чувашскую школу нужно прислать несколько человек. Симбирская чувашская учительская школа в нашем аспекте интересно хотя бы тем, что туда были среди направленных там на работы военнопленных оказались и некоторые турки. Вот в Цивильском уезде, например, знакомясь с документами, я ни разу не встретил упоминания о том, что работали турки. У нас были австро-венгерские, германские военнопленные, ни одного слова о турках. Симбирская чувашская школа, вроде бы как Ульяновск сам по себе, они от мусульманского региона далеко, но и туда отправляют турок на работу. И вот двое из этих направленных военнопленных оказались в Симбирско-Чувашской школе на правах рабочих. Причем, если верить отчетам Ивана Яковлевича Яковлева, он отзывался как раз о них гораздо лучше, чем о остальных работниках. Потому что, ну, опять же, это уже немножко предположение. Может быть, эти же самые турки, они у себя в Османской империи были обычными крестьянами. И вот труд на сельскохозяйственной ферме им был гораздо более привычен, чем, может быть, австро-венгерским или германским, которые могли прийти от станка. И уже в России, ну, ковыряться с мотыгой в земле ему было, что называется, не по себе. С другой стороны, Симбирско-Чувашская школа характерна тем, что она, по сути, являясь образовательным учреждением, в то же время давала своим ученикам, будущим выпускникам, навыки сельскохозяйственной работы. И военнопленные, поступавшие в эту школу на работу, они не были кухарками или кем-то еще, то есть на таких подсобных работах. Их всех Иван Яковлевич Яковлев просил предоставить именно для работы на сельскохозяйственной ферме, где выращивались продукты не только для самой школы, а и для поставки в лазарет, действовавший при школе. Причем туда поставлялись продукты, если мы говорим современным языком, экологически чистые. Ведь никаких добавок тогда не использовалось. Эти же продукты шли на удовлетворение нужд преподавателей,
Эти продукты могли поставляться в рамках действия Красного Креста, поскольку лазарет относился к Красному Кресту, и в другие образовательные учебные заведения, где это могло быть востребовано, или в лечебные учреждения, потому что на тот момент никто не отменял лозунг «Все для фронта, все для победы». Солдаты и офицеры вражеских армий в российском плену чувствовали себя вполне комфортно. Им даже платили зарплату до 5 рублей в месяц. Для сравнения, зарплата кухарки была 5-8 рублей, городовые получали около 20 рублей, рабочие на заводах – 35. Килограмм хлеба стоил в те времена 5 копеек, мясо – 30. Помимо зарплаты, работодатель был обязан кормить пленного работника, и многие из них не считали необходимым перетруждаться. Некоторые, не успев появиться и поработать один день, два дня, может быть, вдруг почувствовали, что это не их дело. Хотя, в принципе, военнопленным никто не должен спрашивать его, не его дело. Но они объявляют бойкот и типа вот все, мы больше работать не будем. А некоторые даже самочинно просто бросают работу и уходят в Симбирск. Причем Иван Яковлевич Яков узнает об этом уже из рапорта, который ему прислал заведующий, что вот фермы такие-такие самочинно оставили работу, что они ушли в Симбирск. Но при этом следует отметить тот момент, что когда военнопленных распределяют на работу, то каждого военнопленного по определенному параметру обмундировывают. То есть у него рубаха, штаны и прочие вещи, которые ему, передавая вот работодателю, обеспечивает сторона отдающая. Но работодатель обязан соблюдать вот все вот это, то, что ему передали вместе с военнопленным, чтобы было в наличии. И если вдруг что-то утрачено, то работодатель обязан это компенсировать. И в итоге получается, что Иван Яковлевич Яковлев, беря на себя ответственность вот за этих военнопленных, берет не только за человека ответственность, но и за те предметы одежды, гардероба, обуви и прочие вещи, которые вместе с ним к нему приходят в качестве одежды, ну вот того, что прилагается к военнопленному. Получается довольно интересная картина. Дешевая рабочая сила оказывалась не такой уж дешевой. К тому же содержание военнопленных было делом весьма хлопотным. Но все это лишний раз свидетельствует о том, что тогда человеческие отношения были совсем иными, нежели во времена Второй мировой. Не зная прошлого, невозможно понять будущее. Между двумя мировыми войнами у народов Европы было 27 лет, чтобы выучить урок заданной истории. Не успели. Но, как сказал кто-то мудрый, лучше поздно, чем никогда. О Великой Отечественной войне написано и сказано столько, что, казалось бы, трудно узнать что-то новое. Тем не менее, который год нам с вами это удается. История глазами очевидцев – самый интересный предмет в школе жизни. Прекрасно помню, отца провожали на фронт, вот, за околицей вышли, вся деревня вышла провожать. Не только моего отца, в тот день в армию уходили человек 10-15. Я помню из писем, когда отец был еще жив, значит, писал «Пулково, Пулково». Мне слово это, не знаю, «Пулка», которую едят, или это название местности во время прорыва блокады. Не снятие блокады, а во время прорыва блокады для соединения с большой семьей, землей по южному берегу озера Ладога. Значит, была прорвана оборона. Этот прорыв продолжался с 12 января 43 года по 18 января. Недолго, быстро они это самое освободили этот участок земли от немцев. Вот 15 января 1943 года мой отец пропал без вести. Я даже, знаете, после, когда кончилась война, я первые дни почти каждый день выходил на вокзал. У нас там от деревни в 4 километрах железная дорога, станция Шоркистры. Я и по сей день жду отца. Я хочу поехать вот в Ленинград летом. Кировский район Ленинградской области – особое место на военной карте Великой Отечественной. Из 12 крупномасштабных боевых операций, проведенных советским командованием под Ленинградом, 9 прошли на территории района. Бои за Синявинские высоты стали одной из самых трагических страниц битвы за Ленинград. После выхода немецких войск к Ладоге в сентябре 41-го высоты оказались в руках неприятеля, создавшего здесь систему оборонительных сооружений. Отсюда немцы корректировали артиллерийский огонь по Ладожской дороге.
дороге жизни. В район Синявина и отправился в этом году поисковый отряд «Память» Чувашского государственного педагогического университета. 18 бойцов плюс добровольные помощники-консультанты почти 2 недели несли вахту памяти в условиях, приближенных к боевым. Вперед! Сказал, конечно. Лес, выросший за 70 лет на Синявинских болотах, притягивает как магнитом. Вернее, наоборот. Если представить, что кто-нибудь притащит сюда гигантский магнит, кажется, он намертво приклеится к этим местам. Столько здесь железа. Снаряд! Так. Не видно, по-моему, не стрелянный. Нет, не стрелянный. Не разорвавшийся. По юбочке можно отследить, прошел канал ствола или... Прошел. Тут, например, воронка, остатки от воронки. Скорее, тут небольшие калибры рвались, ну, скажем, где-то в районе 50 или 80 миллиметровых мин. Это так называемая банка, их называют. Банка, в ней вот видно артиллерийский порох, который находился внутри. Вместе с ребятами из Чувашского педуниверситета в районе Синявинских высот работали около 20 отрядов из разных уголков России. Находок действительно хватило всем. Но самыми удачливыми были, похоже, наши поисковики. Пистолет достаточно редкий. Пистолет Коровина. Мелкокалиберный. Вообще находки пистолетов крайне редки на вахте памяти. Особенно... В наше время они все были собраны еще в первые годы после войны. Мемориал на Синявинских высотах – мост из прошлого в настоящее. Своеобразный контрольно-пропускной пункт истории. Как будто по этим аллеям бойцы, погибшие больше 70 лет назад, проходят и встают в почетный строй бессмертного полка. Помолимся. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущему гробе живо даровал. За 2 недели вахты памяти 2014 в районе Синявинских высот всеми поисковиками были подняты останки почти 500 бойцов. Имена 23 уже известны. Это Ильинских Иван Иванович, Стародубцев Иван Иванович, Титов Александр Григорьевич, Андреев Василий Иванович, Акушко Александр Казимирович, Караулов. Но кто знает, сколько еще имен не прозвучало в поминальной молитве. Значит, через год, в канун Дня Победы, поисковикам вновь придется отправляться в экспедицию. На Синявинские ли высоты, в Смоленскую область, на Курскую дугу. А потом навстречу с героическим прошлым отправятся их дети. И так до тех пор, пока не будет похоронен последний солдат. К началу Великой Отечественной войны в Чебоксарах были закрыты или даже разрушены все храмы. А их в 30-х годах насчитывалось более 10. Да и не только в Чебоксарах. В радиусе 80 километров от города не действовала ни одна церковь. Между тем, в республике в тот момент под клубы, библиотеки, склады и другие учреждения были приспособлены здания более 300 храмов. Верующие выходили из положения как могли, собирались у кого-нибудь на дому, тайно приглашали батюшку, бродячего священника, как называли их чиновники того времени. А в середине войны православные почувствовали, что отношение к ним и к их святыням изменилось. С чем это было связано? Надо было открыть второй фронт, и для союзников наших гонение на церковь это, был такой фактор того, что тормозил этот процесс. Тем более эмигрантские круги там за рубежом были. И к тому же еще немцы на оккупированных территориях активно открывали приходы. Вот, чтобы как-то сгладить этот процесс, так пошел на нормализацию отношений. Ну и, в общем-то, проблемы уже были решены с церковью. Она больше не представляла опасности в качестве идеологической силы или какой-то организующей силы на какие-то выступления антисоветские. В 43-м году пригласил Сталин будущего патриарха Сергия, митрополита Сергия и членов синода, там, митрополита Николая, еще кого-то. И поставил вопрос о проведении поместного собора и выборах нового патриарха. И после этого был создан совет по
делам Русской Православной Церкви, который как раз возглавил его Карпов, кадровый сотрудник госбезопасности. И он, были созданы отделения этого совета на местах, у нас, в том числе в Чувашии, был такой первый уполномоченный по делам Русской Православной Церкви Шумилов. Вот он активно занялся как раз вопросами открытия церквей. В 1944 году Веденский собор был открыт для богослужения. И тогда же была создана Чебоксарско-Чувашская епархия. Впервые, поскольку и до революции, и в самом начале советской власти храмы Чуваши относились к ведению Казанской, Симбирской, а затем и Горьковской епархии. Верующие чуваши собрали миллионы рублей в прежней денежной системе фонд Красной Армии. Медалями за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны были награждены тысячи жителей тыловой республики. И среди них настоятель Веденского собора Григорий Логинов и архиерей Петр Ильин. О Великой Отечественной войне и о том, как прожила Чувашия трудные годы, мы еще поговорим. Ведь эта тема неисчерпаема, как сама история. Через 4 месяца Россия будет отмечать 70-летие Великой Победы. И мы обязательно вместе с вами подготовимся к этому событию. А пока вернемся на 200 лет назад, в один из самых мирных и благоприятных периодов. На память о нем остался Сибирский тракт. Или Березовый. Или Большая дорога. Кстати, так она и называлась у местных. Мунжол вене. Большая дорога. Ага, мунжол. Хусаныгай ганы дене. Арестанция низкая ганчоли дене. Деревни Атлашевского сельского поселения и ближайшее к Чебоксарам место, где всем и каждому известно. Сибирский тракт проходил именно здесь. Даже почтовые станции остались практически там же. Хотя, конечно, сегодня они не выполняют прежних функций. Но название сохранили. Вот здесь стоял кузнец. И это там вот подковало лошадей. Пушкин заехал в эту деревню. Установился, подковал, говорит, и не менял лошадей. И Екатерина Турай тоже. Они... Сейчас никого нету. Я не помню либо, как было. Но старики тоже рассказали нам немножко, старые. А кроме кузницы тут еще что было? Деревня только была. И кроме кузницы было это еще для лошадей. Двор закрытый. Там они запас держали, у кого лошади устали, меняли. Другие эти уставили. Вот так. А почтовая станция тоже тут была? Вот почтовая. Вот поэтому эту деревню сказали почтовой. Там 11-12 домов только было. В двух шагах от деревни Почтовой течет река Рыкша. Говорят, раньше была полноводная. А уж весной разливалась так, что подтопляла все вокруг. Мосты через Рыкшу приходилось наводить крепкие и широкие. Это видно и по остаткам опор. На время ледохода и паводка деревянное сооружение разбирали, чтобы не сломало и не унесло. В конце концов, возле Почтовой построили новый мост. Неизвестно, какой по счету, но там он и стоит до сих пор. Вообще, мосты – удивительное явление. Мы как-то уже об этом говорили. Во всяком случае, это один из самых ярких следов не только на поверхности земли, но и в истории. Судите сами, неподалеку от Почтовой в густой траве практически лежит один из самых интересных мостов Чувашии. Здесь лужа была вот так. Вот сюда Рыкша в каком-то месте есть. Канавчик сюда зашла. Здесь это как овраг был. Сейчас выравнивали. Поэтому сделали там лужи. Смотри, он еще и... Красиво сделали. Да. Как это? Резьбой оформленный. Сказали, я Екатеринский мост, Екатеринство это заставил строить. Дорога плохая была. Лошади, наверное, застряли. Поэтому и сделали. Вот дедушки так сказали. Рассказали. Местные жители называли мост Екатерининским. Непонятно почему, если строили его спустя 100 с лишним лет после просвещенной монархии. Но образ матушки императрицы оставил заметный след в умах и сердцах. И все хорошее, полезное и передовое по привычке связывали с ее именем. Кстати, и саму дорогу называли Екатерининским трактом. Причем не только в этих краях. А если пройти мимо деревни через лес и выйти в чисто поле, можно увидеть остатки Великого пути. Вон там, где ивы, и сохранилось дорожное полотно. Если поискать, можно увидеть камни, которыми был вымощен тракт. Сколько же таких понадобилось? И как же их возили в то время?
без самосвалов-то? На территории современной Чувашии остатки Сибирского тракта сохранились в Красноармейском и Козловском районах. Во всяком случае, именно там он проходил. Впрочем, специалисты утверждают, что Сибирский тракт – это направление, целая система дорог. И какие-то из них вполне могли пролегать и по другим муниципалитетам. А вот насчет белого камня, которым их мастили, необходимо внести ясность. Было это много позже, в 30-е годы 20 века, во времена бурного дорожного строительства. Ликвидация бездорожья шла ударными темпами. Одновременно прокладывались и обустраивались десятки километров дорог. Понятно, что силами только специалистов выполнить такие объемы было невозможно. Поэтому в строительстве участвовало все население Чувашии. Тогда было трудовое участие населения. Каждый должен принять участие в строительстве автомобильных дорог, непосредственно отработав на дороге. Отработать столько-то человека дней на строительстве автомобильных дорог. И этот указ действовал до 60-х, 70-х. Принципиально изменились и требования к качеству дорог. Транспортный поток возрастал. К тому же стали появляться автомобили, которые были тяжелее лошади с подводой, пусть даже и груженой. В эти годы как раз и начали мастить дороги в Чувашии белым камнем. Каждый должен заготовить по кубу два камня и достать его с одного рага наверх до дорогу, хоть на горбу, хоть на чем. И вот люди старались. По весной все это до того, как посевные будет, значит, уборочные, все это с заготовкой камня. Между посевной и уборочной это было не имея. Это трудовое участие на дорогах. На дорогах все закрывалось, все жители деревни выходили на дорогу и, значит, мастили эту дорогу. Раньше это были песком улучшали, а мастили, сначала мастили только подъемы, спуски и, значит, переходы через водотоки мастили. Это вот почти до войны. Вот. А после войны уже начали мастить и сами дороги. Деревянными катками укатывали, это булыжник стал деревянными. Металлических не было, а деревянные катки, внутрь песок, и вот катали его. Катали лошадьми. Вот. И после этого еще клинцевали, потому что зазоры между булыжниками остаются. Клинец специально делали, вручную долбали, молотками сидели мужики или бабы сидели, и вот кололи, да. И этот плинтовали, плинтовка называлась, булыжную мостовую плинтовали. Была кельма специальная такая, которая рубила этот булыжник так, как нужно мостовщику. Вот. И, значит, тогда укладывали эту мостовую, а потом клинцевали. Вот. И после этого уже можно было ездить. Но не сразу, тоже давали ей отдыхать некоторый срок, а потом открывали движение, понимаете? Вот. А чтобы не расползалось, делали обочины. Делали обочины по 1.5 метра. В результате всех усилий Чувашия получила не только нормальные дороги, которые благотворно повлияли на развитие народного хозяйства в целом, но и авторитет в области дорожного строительства. Республику наградили орденом Ленина. Но это мы немного забежали вперед. Давайте лучше выясним, почему Сибирский тракт называли Екатерининским и почему это название неверное. Ну, хотя бы потому, что императрица никогда не передвигалась по территории Чувашии ни по одной из дорог. Единственное место в Чувашии, которое может похвалиться вниманием со стороны венценосных особ – город Чебоксары. Здесь в разные годы побывали не только Екатерина II, она же Великая, но и не менее знаменитый государь-реформатор Петр I, а потом и Павел I, два цесаревича, несколько великих князей. Первым, как положено, был Петр I. Дом, в котором остановился Петр I, до наших дней не сохранился. Его разобрали в XIX веке, зато стараниями графиков появилась его воссозданная модель. Вот так выглядела часть усадьбы, принадлежавшей впоследствии купцу Котельникову и переданной им капитану Соловцову в качестве приданого за своей дочерью Татьяной. А вот шикарный по тем временам дом Соловцова был выбран для приема Екатерины II, проплывавшей мимо Чебоксар по Волге. Это должен быть дом, просторный дом, удобный. По сути дела, даже путевой дворец. Потому что погода могла измениться в худшую сторону, императрица могла и прихворнуть, и не всегда можно было привести время это на галере.
Вот. Ну, слава богу, погода была хорошая, все путешествие там было несколько дней, но она все-таки предпочитала провести у себя в своей каюте. Достаточно было как дворцовый зал отделан, удобная каюта. Вот. Но на всякий случай к этому готовились. И одна из функций дома – это прием императрицы в случае экстренных необходимостей. Второе – это дом должен был обладать, как бы мы сказали, сейчас слово такое современное, ну, инфраструктурой определенной. То есть это должна быть усадьба, в которой должны быть вспомогательные сооружения, постройки. И в самом доме погреба мощные, ледник, обязательно ледник. Это непременное условие, потому что путешествие происходило в мае месяце, погода теплая, и продукты должны были быть свежими. А там было предписано, сколько должно быть заготовлено говядины, свинины, баранины, яиц, там сало, масло и так далее, так далее. Вот. Ну, кстати, многие люди считают, что надо же, мол, как императрица питалась. Но это, конечно, питание не ее, а гребцов на ее судах, большей частью свиты. Екатерина, кстати, в еде была достаточно сдержанным человеком. Но какие бы удивительные памятники и архитектурные достопримечательности не подарило бы нам прошлое, рассказы о людях все равно интереснее. Ведь оставить след в истории может только человек. Одним из таких людей, несомненно, был Иван Маркелов, министр культуры в 1957-1972 годах. Большинство крупных культурных объектов Чувашии появились при его активном участии, а некоторые только благодаря ему приобрели свой неповторимый облик. В конце 50-х годов Никита Сергеевич Хрущев был нашим правителем. Денег, как всегда, не хватало. Надо было сэкономить. Где сэкономить? Конечно, на культуре, на искусстве. И собрали в Москву первых лиц с регионов для рассмотрения архитектурных излишеств. Даже потом постановление было. И там где-то есть излишки, и надо срезать их, деньги сэкономить и пустить на другое хозяйство. От нас, по-моему, вот был Семен Матвеевич Ислюков, первый секретарь обкома партии. И вот Политбюро там рассматривает, смотрит чертежи, наверное, или рисунки там, смотрит там одному так, этому другому, доходит до Чувашии, смотрит, Никита Сергеевич говорит, зачем в Чебоксарах такая бандура? Вот так же пересказывает. Сократить средства. На самом деле потом сократили, но тут наши чуваши как-то так проявили смекалку. Семен Матвеевич, выходя оттуда, я не помню, был ли министр Иван Алексеевич Маркелов тогда в Москве или в Чебоксарах, значит, сокращают, надо спасать новое здание театра. Уже где-то один этаж почти уже выстроено, спасать надо колонны. Иван Алексеевич организовывает здесь, из театра выносят подсветки, такие фонарики, и да, и говорят, завтра, Ислюков оттуда говорил, завтра приезжает солидные комиссии. И ночью поднимают все наши колонны, это блестящие, не случайно сейчас говорят, театр с колоннами, на 2,5 метра. Оказывается, существовали нормативы. Если на 2,5 метра уже выстроены, тогда они не подлежат упрощению. Колонны спасли. И тут, я думаю, что очень такой... проявил и хитрость, и воображение, и деятельность Иван Алексеевич Маркелов. Спасли колонны. Скорее всего, Ивану Маркелову мы обязаны визитной карточкой Чебоксар. Памятник Чапаеву украшал павильон Чувашии на ВДНХ. Затем директор завода резинотехнических изделий Захарцев ценой невероятных усилий, интриг и многоходовых комбинаций приобрел его, чтобы поставить перед проходной. Но, как говорят, именно министр культуры настоял, чтобы монумент Чапаеву установили на въезде в город Чебоксары со стороны железнодорожного вокзала. Захарцев сначала крепко обиделся, но спустя некоторое время признал – так лучше. К
40-летию Чувашской автономии власти республики решили установить на главной площади Чебоксар бронзовый памятник Ленину взамен бетонного, стоявшего в парке на набережной Волги. Монумент вождя заказали ленинградскому скульптору Григорию Ястребенецкому. Тот подошел к заданию с неожиданной стороны. Идея была такая. Вот Ленин спускается из здания, вот, правительственного здания в Чебоксарах по ступенькам вниз в народ. Такая была идея. Когда мы показывали проект наш Ленина, идущего все-таки с заложенными за спину руками начальству всему городскому, кто-то там, кто был главным, я сейчас уже не помню, не то председатель министров, не то кто-то из партийных органов, сказал, ну что это такое, Ленин должен стоять и показывать рукой вперед, ну как это, в общем, принято вообще. И все сразу сказали, да, да, действительно нехорошо, что у него руки за спину, надо, чтобы он с протянутой рукой стоял вперед, как все памятники. И тогда выступил этот министр культуры и очень убедительно доказал, что давайте лучше сделаем так, чтобы в нашем городе памятник отличался от всех остальных. Пусть у нас будет такой памятник. И все согласились. Министром культуры, как вы уже догадались, был Иван Маркелов. Именно ему мы обязаны тем, что наш Ленин не лишен человечности, зато лишен пафоса. Кстати, будь Григорий Ястребенецкий не монументалистом, а простым скульптором, его работы наверняка приобрел бы Чувашский художественный музей, в этом году отметивший 75-летие. Головы, бюсты, торсы, фигуры с застывшими, устремленными в вечность взглядами. Этот взгляд – единственное, пожалуй, что объединяет скульптурное изображение. В остальном же они такие разные. Ну вот обратите внимание, такая очень характерная чувашка, штукатур. Это время такое как раз вот, когда у нас 50-е, 60-е годы, строительство, это очень, помните, вот эти вот с этими, с бордюрчиками, с этими, с орнаментами, да, вот эти вот, очень было увлечение, что это национальный колорит как бы придает. Сейчас, по-моему, от этого отошли, ну, другие, вот одна из таких характерных, мне кажется, скульптур. Больше всего в фонде Чувашского художественного музея скульптурных портретов Константина Иванова, Чапаева и Андриана Николаева. Вполне ожидаемо. Причем эти образы вдохновляли как местных скульпторов, так и мастеров из других регионов. Вот этого Чапаева, к примеру, ваял москвич Александр Щербаков, автор нашего монумента славы. Практически все скульптуры выполнены в стиле реализм, но попадаются совершенно уникальные вещи. Настолько, что даже во Всероссийском научно-реставрационном центре имени академика Грабаря их реставрировали 3 года подряд. Вообще скульптура, особенно такая штучная вещь, музей, имеющий в запасниках свыше 200 таких произведений искусства, считается богатым. Но наш художественный музей может похвастаться не только коллекцией скульптуры. Хранитель фонда графики Валентина Боброва может часами рассказывать о каждом своем сокровище. Знаменитая гравюра Чебоксара 18 века сделана по рисунку полковника Свечина, бывшего в Чебоксарах, и награвирована Бугреевым и Махаевым. Значит, воспроизводится она в монографии, посвященной Махаеву, воспроизведена, а вообще-то она входит в серию красивейших городов русских. Наряду с классиками российского изобразительного искусства в музее оставляют свои работы и современные художники. Практически все, кто живет и работает в Чувашии, передали сюда хотя бы по одной работе. В результате получилась огромная подборка иллюстраций к истории Чувашии. Ведь пейзажи помогают нам проследить, как менялся ландшафт. Натюрморты и портреты говорят о вкусах людей и о моде. Жанровые сценки – об отношениях, принятых в обществе. Вот такие интересные знакомства, удивительные рассказы и другие материальные свидетельства оставило нам на память наше непредсказуемое прошлое. Спасибо всем, кто участвовал в 3-м сезоне телевикторины «След в истории». С наступающим вас праздником и до встречи в 2015 году!